Здравствуйте, дорогие друзья! Относительно недавно специализирующаяся на безопасности компания Вандера провела масштабное исследование, в котором приняло участие 50 тысяч пользователей iPhone и iPad с iOS 11 на борту. Оно показало, что средний срок работы на одном заряде сократился с 240 минут на iOS 10 до 96 минут на iOS 11. В этом видео были собраны самые эффективные способы, позволяющие сэкономить заряд батареи. Так что ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Совершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется, присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Первое. Принудительно включаем режим энергосбережения из меню настройки аккумулятор. Он снижает яркость дисплея, уменьшает время автоблокировки и отключает такие функции, как фоновое обновление приложений и автоматическая загрузка. Отключите фоновое обновление программ из меню настройки «Основные обновления контента». Эта мера пригодится тогда, когда вы забудете включить режим энергосбережения или попросту не захотите его включать. Отключите прослушивание Siri через меню настройки Siri. Фразу «Привет, Siri» вы, может, никогда и не используете, а микрофончик-то вас постоянно прослушивает и кушает батарейку. Функция Assistive Touch невероятно популярна у азиатов и почему-то съедает заряд. Отключите прыщеобразную точечку из меню настройки «Основные универсальный доступ Assistive Touch». Функция поднятия при активации тоже достаточно прожорлива, особенно из-за частых ложных срабатываний при тряске смартфона. Отключается из меню настроек «Экран и яркость». Если активировать функцию уменьшения движения, то отключится эффект параллакса на спрингборде, задействующий акселерометр, да и нагрузка на железо будет меньше. Сделать это можно из меню настроек «Основные», «Универсальный доступ», «Уменьшение движения». Анимация, конечно, будет попроще. Все предложенные варианты однозначно являются костылями, и многие скажут, что проще выключить устройство и не пользоваться им вообще. Отчасти соглашусь, но если вы споймали аномальный разряд и нужно дотянуть до апдейта, то меры придутся кстати. Но в комментариях расскажите о своем жизненном опыте решения проблемы, связанной с разрядом на iOS 11, или у вас нет никаких проблем. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео, разумеется, если подпишетесь и поставите колокольчик. Пока-пока.